утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Умывайся, Шишкин лес. Я тоже полью. Вот, пей на здоровье. Ля-ля-ля-ля-ля. Пейте на здоровье. Шунь, привет. Привет, Зубок, доброе утро. О, цветочки поливаешь, да? Да. Молодец. А где Енотыч? Я не знаю. А зачем он тебе? Да он меня сегодня просил прийти. Сказал, что что-то интересненькое будет. Где? Здесь? В саду? Вот здорово! Ой, а может, он пошутил, а? Почему ты так думаешь? Да потому что я сегодня с самого утра его не видела, и он мне ничего такого не говорил. Выходит, он пошутил? Тогда я тоже над ним подшучу и возьму и на улицу убегу. Так, здравствуйте, друзья, с хорошим деньком. Здравствуй, Енотыч. Здравствуй, здравствуй. А что это вы такие нерадостные? А чему нам радоваться, если мы тебя тут ждем, а ты все не идешь и не идешь? Ну так простите меня, друзья, у меня сегодня столько дел было. С утра я за рассадой сбегал, потом в магазин за красивым цветочным горшком заскочил. Потом тебе, Шунечка, позвонил, да только дома тебя не застал. Ну хорошо, что ты сама сюда пришла. А я здесь уже давно, уже все цветы полила. Вот и благодарю, молодец. Енотыч, а зачем ты нас сюда позвал, а? Так неужели я вам ничего не сказал? Ох, голова моя садовая! Как же я мог не сказать, что у нас сегодня праздник? Какой праздник? А вот такой. Скажите, у нас зимний сад есть? Ну, конечно, есть, ну вот он. Да. А теперь, друзья мои дорогие, у нас не только зимний сад, у нас еще и зимний огород будет. Как это? Что-то мы о таком не слышали. Ну как же вы о нем услышите, если это будет первый зимний огород в мире? Вот это да! Подожди, Енотыч, а что ты в нем выращивать собираешься? Может, шишки? А зачем нам шишки? Ну как зачем? Говорят, от них чай ароматный бывает, для самовара. Подождите, друзья, при чем тут какие-то шишки? Шишек в лесу и без нас хватит. А мы с вами будем к зиме готовиться. Это как? Да. Ну как? Мы с вами будем петрушку выращивать. Петрушку? Обычную петрушку? Да какая же она обычная, если без нее и на кухне не обойтись. И в аптечке ей место всегда найдется. И листочками своими она целый год радовать может. А витаминов в ней ого-го сколько. Да? Ну ладно, Енотыч, берем свои слова обратно. А как мы будем ее выращивать? Да как? Пока на семечек проклюнется, уже и весна наступит. Это уж я точно знаю. Ты сам, Енотыч, мне об этом рассказывал. Ну да, но из семян она и правда долго появляется. Только зачем нам семена-то? Мы и без них обойтись можем. Ты что, шутишь? А я догадалась! Енотыч хочет нам фокус показать! Нет, Шунечка, я вам не фокус, а одну огородную хитрость покажу. Вот, смотрите. Ух ты, какой корешок. Да, и что это такое? Так это петрушка и есть. Я просто взял корешок и посадил его в горшочек с землей. Да, и что, и все? И все,
Теперь надо только иногда этот корешок поливать. Пройдут недельки-две, и из него появятся отличные зеленые листочки. Тогда мы их сорвем и хоть в суп, хоть в салатик положим. Здорово! Енотыч, а я тоже хочу зимний огород устроить. Я тоже хочу петрушку выращивать. И я хочу, только у меня горшочка нет. Да ерунда! Эти корешки можно хоть в пакет из-под молока, хоть в полиэтиленовый пакет посадить. Петрушка и там отлично вырастет. И у нас тоже будет свой урожай? Ну, можете не сомневаться. А победителю, тому, у кого урожай самый хороший будет, мы из петрушки венок сплетем. Так в древности победителей награждали. А вы что, не знали? Нет, конечно, нет. Мы даже не думали, что петрушка такой интересной может оказаться. Да, и что она даже зимой может расти. Это точно. Дайте время, и мы на нашем зимнем огороде еще и не такое вырастим. Если так, то об этом надо всем рассказать. Ну, конечно, надо. Но сначала нужно попрощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго, друзья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.